машины все еще едут, то что Мадам, я Делараза. Я признательна тебе за то, что ты пришел поговорить со мной. И я понимаю, что сегодня тебя об этом все подряд спрашивают, но все же, ты в порядке? Я видела съемку со станции, но лично там быть. Вот в чем все дело. Нет, это было сочувствие. Это стандартное собеседование с агентом, чтобы определить боевую готовность. Вот, взяла для тебя из медпункта. Иропозин? Доктор, меня просто застал врасплох теракт. Может, что и было тогда не так, но вряд ли теперь тело начнет отторгать аугментации. Верно, но травматические переживания могут расшатать иммунную систему. У пациентов с нейропротезами... Если я скажу, что мое тело не отторгает механические импланты, ты поверишь? Моя политика в кабинете говорит только на чистоту, так что, если хочешь, чтобы я поверила, что ты медицинское чудо, ладно. Садись, пожалуйста. Я просматривала твое дело. Там есть весьма интересные факты. Не возражаешь, если мы по ним пройдемся? А это надолго? Здесь написано, что ты служил в спецназе полиции Детройта, но в 26-м ушел в отдел охраны Шериф Индастрис. Дэвид Шериф был в самом центре американских дебатов об аугментации. Дэвид Шериф любил противоречия. А, да, я видела несколько его интервью. Он твердо верил в технологии улучшения человечества. Интересно, не поменял ли инцидент его мнение? В тот день, насколько я знаю, нет. Ты был с ним в Панхее, когда случился инцидент? Сначала нет. Я искал людей, ответственных за атаку на Шериф Индастрис. Когда я почти вывел их на чистую воду, начался инцидент. На тебя он не повлиял? Нет. И как ты оказался в Панхее? Я обнаружил, что Шериф вылетел на арктическую базу без меня. Я знал, что база еще строится, большинство рабочих там аугментированы. Но когда я добрался туда, урон был уже нанесен. А нам есть смысл ворошить прошлое? Я не понимаю, как это все связано с текущими делами. Разве? Адам, Панхея — это поворотный момент. Для тебя, для всего общества. В тот день изменилось все. Тебя вытащили из океана в мир, который ненавидит и боится таких, как ты. И отсюда вытекает мой следующий вопрос. Пока что никто не взял ответственность за теракт наружечки, но скоро будет голосование за восстановление человечества, и не секрет, что Прага стала символом дискриминации аугментированных. И тут же действует коалиция за права аугментированных, сопротивляясь принятию акта. Большая часть мира видит в них террористов, аугментированных террористов. Если их вина будет доказана, то... Ты же сам аугментирована. Что я должен чувствовать? Не важно, что я об этом думаю, док. Мне поставлена задача. Я должен остановить кровопролитие. Именно это я и сделаю. Надеюсь, что сможешь. Слушай, Адам, я понимаю, что такие разговоры тот еще главный. Я очень тебе признательна за уделенное время. Спасибо. Хочешь сказать, у меня был выбор? Не было, но я все равно благодарна. Я сообщу директору, что официально допускаю тебя до оперативной работы.
Ну что ж, мне пора возвращаться к работе. До встречи. Миллер, мы все летим в город Големов. Летите. Встретимся в магазине кукол Капецкого. Пилот на подлете. Там и переговорим. Понял тебя. Мне очень жаль, Мишель.